Друзья, всем привет! Я рад вас видеть на моем канале. Канал про охоту, рыбалку и многое другое. А вы смотрите этот ролик. Справа бык. Одиночка. Он стоит, смотрит. Так вот, состоялась у нас коллективная охота. Вот. Сейчас закроем лицензию. Да, и будем перемещать тело. Трофей. Тело. Нету тела, нету дела, да? Я сюда сместился, потому что я слышал, что собака начинает. Ну, здесь заработала. Сюда идти. Спецназ, не кучка пидорасов. Не хватает. Друзья, всем привет. Сегодня 24 октября. И мы отправляемся с вами на загонную охоту на лося и косулю. У нас есть лицензии. Вот. Сегодня, в этом году мы запоздали. Обычно мы в начале октября стараемся провести отстрел. Но в этом году сложилось вот так. Так что посмотрим, что будет. Ну, а если не добудем, то просто сниму для вас инструктаж, остановку на номера. И может что-нибудь выбежит. Да, и у нас в коллективе всегда мы стреляем только взрослого быка. Ни корову, ни сигалетка. Вот. Так что следите, будет интересно. О, 6 руки здесь? Да. 3 человека. 2, 4, 6, 4, 8, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ну, точно. Мужики, стреляем взрослого лося, коров. Я вопрос прошу. Не стреляйте. А мы никогда бык их не стреляем. Бык пойдет за коровы. Поняли? Видите бык? Стреляйте быка. Бык с рогами будет. Понял. И стреляйте уверенно. Не так издалека, а уверенно, чтобы было. Чтобы раз и все. Ну да, идет. И чтобы нам вот эту бумажку закрыть. И вам меньше бегать, и мне меньше ходить. Вон он! Коронавирус. Коронавирус? Птичий грипп. Поняли? Вы сейчас расписываетесь за инструктаж, за технику безопасности. Вдоль номеров не стрелять. В загон не стрелять. Только по видимой цели. Не хочет. Поняли, мужики? Берегите себя. Стараюсь. Все должны вернуться домой. Да. Закапывать никого не будем, да? Не надо копать. Вот мы сейчас будем расписываться за технику безопасности. Так, ой, взрослый. Ой, взрослый. Все. Есть. Должны закрыть, да, дядя? Да. Дай бог. Олег, я видел, не доходя линии, Серег, не доходя линии, знаешь, где я сидел там наверху? Вот там у них тоже проход. Ну, давай, Олег, можешь начинать. Здесь, может, здесь остаться за дорогу, блядь? Ну, встань здесь. Или нет? Здесь, да ему куда бегать-то? Здесь по 100 метров, блядь, всем нужно. Вот. Так ты тут и стой, что, на перекрестке. Здравствуй, скажи там, короче. Пуля, у него это
вводишь, какая пуля у тебя, он тебе сам автоматически вымеривает и сам эту точку прицеливания делает, высчитывает. И видит. Пуля летит, блядь. Самонаводящаяся. А потом, блядь, после выстрела гильза выпадает и отсасывает у тебя. Ну, рассказывай, Дедлер. Ну что, первый загон был. Да хорошо держало? Да, вон он. Да, выставило прямо на меня. А ты стрелял? Я стрелял. Ну, как ты стрелял? Прекрасно. Я думал, выставил. Ты просто гладкий какой-то. Я сюда, нет, я сюда сместился, угу. Потому что я слышал, что собака начинает. Ну, здесь заработала. Сюда эти. Вот. Она сюда. Я как раз остановился, потому что услышал, что собака залаяла чуть левее. А ты не мог меня... этот подождать, пока он сюда выйдет? Здесь у нас таскать меньше. Как бы. Слушай, они шли вот так, он уже увидел меня, ага. Стоял и пошел уходить. Ага. Поэтому выхода не было. Я стоял и ждал, думал, когда он по дороге поближе подойдет. Ну, где он лежит? Так вот, состоялась у нас коллективная охота. Вот. Сейчас закроем лицензию. Да, и будем перемещать. Тело. Трофей. Тело. Нету тела, нету дела, да? Вот и есть заяц. Экология в Московской области говорит, ни к черту, говорит, зайцы перерастают. Видишь, уж какие большие. Ага. Это о чем с рогами? А я лезу в его личную жизнь. Сейчас.
Так, должен должность, фамилия. Мы президент коллективной охоты, руководитель охоты. Морудин. Ну, сейчас запомнить. Потом попробуем чуть-чуть попрощаться. Так, это произведено. Все, дядь Леш, закрыл? Да. Молодец. Всем участникам. Физкульт? Ура! 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 Золото мое, блядь. Вот такой вот. Красавец! А? Спасибо, откормил. Да? Лёх, подмени его на дырку, да. Тебе же рога нужны. Ты кощи, блин. Ну он схватил сразу. Думаю, молодец, он такой человек. Блин. Он никогда в стороне не стоит. Так, ножички мои на нем были. Все лежит на капоте у Сереги. Я все собрал. Ребят, чтобы не забыть. Сейчас. Не, ну так здоров вот. Вытаскивайте. Здоров бы, красавец. Хорошо, очень хорошо. Тут, наверное, еще лучше. А кто молодец? Че, это давай, стягиваем. Я молодец. Он перевязывает же был. Ну вот, друзья, закончилась наша загонная охота. Кто не подписан на канал, обязательно подпишитесь. Дальше будет только интереснее. Всем удачи и до новых встреч.